Я бы хотел начать сегодняшнее наше заседание. Такая вот новость печальная, о ней, я думаю, кто-то уже прочитал. Ушел из жизни выдающийся тренер, отец Хабиба и его тренер. И мы Нурманапа знали многие, он был моим советником. Это был очень добрый, щедрый, талантливый человек, который оказывал огромную помощь. Мне это точно. Конечно, его будет нам очень не хватать. Поэтому еще раз выражаю соболезнования близким, глубокое соболезнование всем, кому он близок и дорог. А я думаю, что это была гордость всего нашего Дагестана. Я вот вижу сейчас своих коллег. Для многих СКО это такое событие. У нас было много планов. Много планов. И я думаю, мы обязательно в память об ушедшем их обязательно реализуем самым лучшим образом. Мы это сделаем. Вы знаете, я думаю, вы меня поддержите. Давайте встанем на одну минуту. Вспомним всех, кого потеряли в это трудное время.